С приходом морозов жители города столкнулись с проблемой нехватки и опоздания автобусов. Горожане не могут утром добраться на работу, вечером уехать домой. Вчера люди стояли по часу, ждали. Тут поломался, тут где-то пропал. Да, я живу на Бритовке. Бывает невозможно уехать, бывает пешком можно пройтись вечерком. В службе, курирующую работу местного транспорта, знают о проблеме. Как только стало известно, что автобусы начинают в утреннее время выходить с опозданием, приехали на предприятие. Чтобы убедиться в причинах, в истинных причинах, мы увидели там замерзшая в системе охлаждения жидкость, затрудненный пуск в утреннее время, техническое состояние аккумуляторных батарей слабое. А после даже того, как и заведется автобус, проработав на воздухе свежем с отрицательными температурами, он начинает глохнуть. Есть определенные технические характеристики, не позволяющие ему работать из-за плохого качества горюче-смазочных материалов. Город обслуживает два предприятия. Это открытое акционерное общество «Белтранс» и коммунальное предприятие «Автотранссервис». В обычное время городские перевозки пассажиров обеспечат около 40 автобусов. Но за последние два дня на маршрут не вышло 12 транспортных средств. Конечно же, руководитель предприятия, нашего коммунального предприятия Мацапей Валерий Николаевич поступил более оперативно. У них там есть определенная группа энтузиастов, которые вот своим личным транспортом еще ночью начинают ходить греть автобусы. В Белтрансе тоже есть группа людей, которые также точно приходят пораньше, запускают, прогревают, но не получается почему-то у них именно так хорошо и красиво выехать. Думаю, что Белтранс тоже с этими сложностями справится. Для контроля над движением пассажирского транспорта на территории Белгород-Днестровского установлена система навигации, которая позволяет наблюдать за передвижением, сколько времени простаивает и в каком месте находится автобус. Дает возможность узнать, по какой причине тот или иной автобус не вышел на маршрут. Практически весь парк Белтранса оборудован GPS-навигаторами. Создана автоматизированная система учета и контроля за работой транспорта, которая позволит четко ответить на вопрос, где, в какое время находился тот или иной автобус.